с вами Михалыч. Сегодня ремонтирую свою ласточку. Полетел у меня кондиционер. Вот приехал в деревню. Опять же в интернете нашел адрес, кто ремонтирует. Трубки именно меняет. У меня трубка потекла, сейчас покажу. Вот так выглядят трубки кондиционера. И вот здесь они у меня прохудились. Требуют ремонта, потому что весь газ из кондишки вышел, кондишка не дует. Вот решил приехать на ремонт. Здесь вот эти все трубки сейчас мы будем менять на шланги. Шланги вот такие висят вот на вот этой одежде. Или длинный вариант, или короткий вариант. Можно менять с середины до задней части, или же от капота, от самого переда машины до самого зада. То есть вот можно всю длину провести трубками, или же только заднюю часть. Мы будем делать, только ремонтировать заднюю часть. Надеюсь, что все будет хорошо. Отсюда обратно поедем с кондиционером. Вот ее разбираем. Добираемся до испарителя, чтобы там все открутить, эти трубки старые, и поменять на новые. Вот такой нам предстоит ремонт. Вот мы сняли все алюминиевые трубки. Вот такие ржавые, прогнившие, шипят кругом, пропускают. И вот вместо этих трубочек будем ставить резиновые шланги. Вот так вот выглядит подколесное пространство без шлангов. И вот сюда надо их провести и вниз еще опустить под машиной. Продолжаем ремонт.